Я окончательно остался со своей женой и завел себе новую киску. Скажи, сколько твоей маме лет? 35. А мне сколько лет? 28. Ну и с кем я должен тусить? С тобой или с твоей мамой? Мне 19. Со мной. С тобой? Может, с твоей мамой? Нет. Может, с Кирюшей? А где Кирюша? Сука, раскололась, блядь. Вот так вот, видите, сука? Идет баба гулять со мной, блядь, а уходит с Кирюшей. Съебалась оттуда, съебалась не, отсюда. Ничего. Это то, как аптекарь прописал. Доброе утро, я Александр Позенко. Ну что, девочки, я окончательно остался со своей женой и завел себе новую киску. Завидуйте, суки. На лабутенах и в охуительных штанах. На лабутенах и в охуительных штанах. Ну не пиздец, сука, она уже везде, блядь. Шнур, ты охуел совсем. И в охуительных штанах. Смотри, папа красоту рисует. Черный, сука. Ведьмонин, блядь. Черная, сука. Да как дела, снимай. Блядь? Да снимайся. Че ты, сука, вечно морозишься, блядь? Надо прыщи появились. Ребятки спрашивают, как черный, где проебался черный, блядь. Как ему работается, сука. Хуёво, уходить думаю. Че ты, сука, я же тебе мало плачу, блядь. Бля, мудила, ну давай поднимем тебе ставку. Этого до видео выебать. Черные, сука, пошли со мной по магазинам. Пошли. Что, блядь? Пошли. А что ты в камеру не смотришь? Не хочу. Что, блядь? Не хочу. Не хочу? Ты стесняешься, да. Сука? Черный, сегодня твой лучший друг приедет. Кирюша, что? Кирюша, блядь. Пойдешь с Кирюшей гулять? Пойду. Пойдешь, блядь? А пить можно... будешь? Я извиняюсь, можно сфотографировать? Я не буду. Давай. Что, я фоткать буду, что ли? Ты фоткать будешь. Я вообще-то хотела сфоткаться. Обломайся. Ты меня сфоткала. Ты сфоткала вообще? Сфоткала, ну, один раз. Два, надо, хватит, три. Хватит тебя, у тебя так... Больше, больше. Фоткай, бля. Да сфоткала уже, давай. Красава. А теперь, иди теперь меня сфоткай. А ты уходи. А ты уходи. А я с малышкой буду. Сфоткал? Сфоткал? Да. Сфоткал? Сфоткал? Сфоткал. Спасибо. Спасибо. О, да блядь. Да иди, лицо дэнское, давай нормально. У меня всегда такое. Ну я знаю, ну. Есть? Все нормально. Спасибо, ребят. Вам спасибо. Видишь, Леха, со мной фоткается, с тобой нет, ты, блядь. Не о, блядь. Давай. Лок, сфоткай нас. Сука, блядь. Подошел, блядь, под Гулливер, нахуй. Ну, я первый раз в Киев приехал и сразу встретил тебя. Да? Очень рад. А ты откуда вообще? Я из Бердичева. Бердичева? Да. Переезжай в Киев жить. Так я вот в августе переезжаю. Переезжай обязательно, тут куча баб уже. Да. Нравится киевские телы? Да, Киев — это город возможностей, реально. И город шлюх. Город всего. Все, брат, спасибо. Все, спасибо, до свидания. Давай. Ну как, блядь, завидно шлюха? Пойдем с нами сегодня бухать, короче, с Кирюшей, и ты по-любому с тобой тоже сфоткается. Спорим? Спорим. Спорим, блядь. Что с тобой не сфоткается? Опять папа проебывает бабки на шмот. Ну что, блядь, пойдет, а? Сука. Главное, что мотня широкая, похуй, что не заложен. Главное, чтобы папиной писи было комфортно. Киска тебе нравится? Да. Уверен? Да. А вам все нравится? Кто? Пойдет папа джинсы? Да, да, да. Четко. Брать? Окей, договорились. Всем привет, ребята! Сегодня суббота, и мы оказались на центральной тусовке Киева. Тут все очень сумбурно и как-то странно. Мы на тусовке, как всегда, пьем, как всегда, с нами бабы. Черный с нами. Черный, сука.
Я вернулся. Настенька, он тебя любит. Он обещал никого это сегодня не вставишь. Не трахать, да. Он Настенька, это не вставит. Это он не вставит. Короче, ну тусик будет сказать, сейчас сами все увидим. Just wanna lick my ice cream. Киска, расскажи, как мы бы с тобой познакомились. Да вообще, на самом деле, все началось с Инстаграма. А что случилось? Ты подписался на меня, я посмотрела на тебя. А сколько ты, скажи, сколько твоей маме лет? 35. А мне сколько лет? 28. Ну и с кем я должен тусить, с тобой или с твоей мамой? Мне 19. С кем я должен тусить, по-твоему? Реально, ну с кем я должен... Со мной. С тобой? Может, с твоей мамой? Нет. Ты уверена? Моя мама не поддержит такой движ. Может, с Кирюшей? А где Кирюша? Сука, раскололась, блядь. Вот так вот, видите, сука? Идет баба гулять со мной, блядь, а уходит с Кирюшей. С этим он Кирюша уже кого-то клеит, ебать. Кирилл, я реально думал, что ты бабу клеишь. Ты что, гонишь? Это мой... Я просто не... Я не видел, реально я думал, что баба, блядь. Понимаешь, что ты, сука, педик. А Александр. Мозгом думать не могут. Александр. Мозгом, блядь. Короче, тема, что эти долбоебы, блядь. Вместе с этой дурой. О-о-о. Я люблю тебя. Хотят, блядь, взять, блядь, Глен нахуй Моррис и, сука, пить его на улице. Я не участвую. Но прикол в том, что папа предлагает взять для педиков, для педиков. Ты долбоеб. Ну, блядь, ну круто же будет. Смотри, отольем. Давай берем, хорошо. И спрячем. Сколько? Две? Ну, я чистый пью с Кириллом. А эти педики пьют разбавленные. Нормальная, я думаю, логика, блядь. Пить, пить. Не, так мы помешаем. Мы помешаем, не, у нас не, кола не, есть. Я плачу за вот нормально то, все. Я же тебе должен был. А все остальное платить? Отвернись, да, а то мамка пизды даст. Так, 3-4 готовы. Рот закрыл нахуй. Итак, добрый вечер. Мы оказались в каком-то клубе, и нас не устраивает ценовая политика того, что там происходит. Поэтому мы пошли себе в магазин, купили Глен Моррис, и сейчас мы будем делать авторский коктейль Кирюши Аккуратного. Я это вот уже делал, брат. Я понимаю. Форсажи три влога назад, блядь. Так, смотрите, смотрите. Оп-оп-оп. Съебался. Съебалась оттуда, съебалась отсюда. Ничего, я сосветился, мне немного похуй. Ты наливаешь. Это для нашей соски. Так. Это оп. Тебе коктейль. Это то, как аптекарь прописал. Так, а где крышечка теперь отсюда? У меня. Вот. Педик, это тебе. О, так смотрите, если мы со второй сделаем такое же, то будет заебись. Давай. Не, хотя я думаю, может не стоит. Открывай. На самом деле, нет, мне поменьше. О, пришла смс-ка о том, что я потратил деньги. Хуёво. Ну, мне такие смс-ки каждый не приходило, блядь. Открути, пидор. Откручиваю. Саша, ты учишь детей плохому. Блядь, ну я же папа. Пиздец. Спасибо. Это как эти, знаете, звезды снимались в рекламе Пепси, так теперь я, короче. Мне два раза меньше, пожалуйста. Какое тебе в два раза меньше? Тихо, я одинаково. Диснея, если что. Да, у тебя же баба в Одессе есть, которую ты любишь. Не, я с Кирюшей сегодня пошел потусить. Так, и хуй, пожалуйста, никогда не сменял. Меня какая-то женщина подошла, я не знаю, что происходит. Так, тихо, меня к гомосексуализму приплетать не нужно. Пидор, сибись. Так это не то, блядь, это вообще не та тема. Юля в ахуе, она типа, короче, с нами тусит. Во сколько ты там приехал? Часов 11. И тупо каждые полчаса говорит, ну пиздец, ну пиздец. Смотрите. Бля, что ты сделал? Я сделал все. Чувак, мы же чистый с тобой пьем, ну пиздец. Да все, мы сделали идеалити. Ты хочешь, мы пили коктейль для педиков? Не, мы пьем типа на двоих вот это, а они пьют или как мы делимся? Не, я с ним не пью, если шо, у меня ты пидал, мы это поняли, ты пидолаз. Ты пидолаз. Иди нахуй, сука, блядь. Педики умеют драться. Так, смотрите, держи, это пепси тебе, а это пепси мне с Сашей. Настя, а если ты смотришь, я не с ней пью. Ты что-то слишком пьяный. Настя, она с ней пьет. Настя, забей, он мой. Охуенно. Она шутит, она идет шутит, нахуй, типа. Всё. Что ты, ого, ты видели, как его въебало, блядь? Настя, всё, всё. Саша, ну-ка попробуй, авторский коктейль. Ты фу, ты фу, фу. Молодец. Дети, реально, я еще раз повторяю, пожалуйста, не смотрите, как живут плохие дяди видеоблогеры. О, кстати, удобный упор, я тебе так скажу.
блядь, Кирилл, ну его нахуй. Не, так нормальный коктейльчик получился. А ну-ка, отведывай теперь его я. Ну что, папа, скажи? Я вам так скажу, довольно меня, конечно, напугало то, что какой-то Вася отравился. Ой, короче, ну, если мы не отравили, значит, да, все хорошо. Да, нам бы сразу рыгали, пиздец. Не, ну, я тебе так скажу, я не рыгаю. О, гляньте, бибикают. Будь нормальным, охуенно. Нас не просто все узнают, просто. Сука, каждый второй в клубе, нам еще тачки бибикают. Мы уже как шлюхи, знаете, которые вот заебали возле уже, дороги честно, идут. Бля. Ой, короче, идемте заебали, в клуб обратно, бля. И все. What the fuck you think love looks like, but there is nothing but space.